Добрый день, уважаемые отдыхающие. Вот мы забрались на паром. Заходит паром. Один вот паром уже пришвартовался, автомобили выходят из него. Мы загрузились. Вот так вот автомобили заходят в паром. Грузовики, легковые. На втором этаже, вот где застеклено, там кондиционер работает. Бар есть, кафешка. Порт Кавказ написано. Первый раз в Крым пошел. Поэтому скажу, что довольно-таки легко. Мы заранее, ветер немножко, поэтому будет шуметь. Вчера вечером взяли электронные билеты. Подъехали, не доезжая, получается, Тамани, ну, Кавказа. А с левой стороны есть пункт регистрации транспорта. Так как у нас электронные билеты были, мы подъехали, только назвали номер брони. Нам здесь же распечатали бланки билетов и поехали. Доезжаем до поста ГАИ, на посту ГАИ поворачиваем и 11 километров, не поворачивая никуда, не заезжая в морвокзал, приехали вот сюда, 7-8 причал. Здесь уже погрузились. Сейчас еще докатывают последние автомобили, закроют аппарель. И пойдем. Поэтому, если кто собирается, но боится, ничего страшного нет. Запустили двигатели. Начал отходить. Здесь такие мягкие диванчики. Кондиционер работает. Кафе. Телевизоры здесь. Цены недорогие. Есть мороженое, чай, булочки, сосиски. В принципе, с голоду никто не помрет. Поэтому с собой много набирать можно, не набирать. Но опять же, паром, на котором мы находимся, называется... Майор Чапича. Паром Елена, паром Крым, Анненков составы возят, перевозят. Сказали, что 40 минут идет, в общей сложности минут 10-15, наверное, прошло, или так показалось, или он так быстро прошел, время не засекал, но вот он подходит, здесь расстояние до всего ничего, буквально вышли, рукой подать. Садимся в автомобиль. Сейчас будем выезжать.